В республике стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Современное пациентоориентированное здравоохранение. Возможности и перспективы». Она посвящена 90-летию городского здравоохранения. В ходе конференции главные врачи ведущих медицинских учреждений Якутска представят опыт работы по организации доступной качественной медицине в свете указа главы республики от 22 августа 2016 года. Главное, конечно, в этом указе – это пациентоориентированность. Поэтому мы должны сделать все, чтобы пациент, который пришел к нам в больнице, он чувствовал себя комфортно, благополучно, чтобы он мог пройти все исследования и лечения без очереди, ну, в наиболее таких комфортных условиях. Ну, одним из важных элементов, конечно, является вежливая медицина. То есть нам необходимо разработать стандарты, обучить врачей этике и диетологии, вежливому отношению и спрашивать с них за это. Ну и, конечно, очень важный вопрос, это связанный с разрешением конфликтов.